Всем коньчева. Что, господа, у нас есть одно место на тур, которое номер 2. К сожалению, у человека не получилось поехать, по работе не допустили, и у нас освободилось место. В принципе, еще можно успеть залететь, получить визу. Проблем нет, визы дают, все просто. А по поводу тура номер 4, номер 5, уже в четвертом туре забронировано 2 места, поэтому еще места есть, успевайте, залетайте, это реально эксклюзивный тур, и вам такую программу никто не покажет. А самому проехать, если по этому маршруту, это выйдет большую копеечку, да, все это геморно, куча пересадок. Не стоит того, и многие люди, кто катался в Японию и пытался добраться до какого-то места, там, чтобы посетить там, этот музей Nissan, говорят, это просто дурдом, мы так больше не поедем, и поедем только в тур. Летом туров не будет, так что имейте в виду, что нужно залетать именно сейчас. Будут туры осенью, но пока что точно даты не могу сказать, со мной уже там связались пару travel компании, кто занимается турами по всему миру, и им нужно сделать там интересный маршрут, и вот уже 3 тура расписано. К сожалению, прямых рейсов в Японии нету, можно улететь через Монголию, как я летаю, либо вот сейчас уже открыли Китай, можно через Китай улететь, даже там вот у меня ребята летят Москва, Пекин, и потом уже в Токио, кто-то летит Москва, там Таджикистан, и потом дальше. Ребята там вот летят с Дубая, сложный маршрут, ну что делать, оно того стоит.